Система отслеживания запасов через блокчейн. Американское бюро фискальных служб казначейства недавно объявило об экспериментальном тестировании блокчейн для отслеживания запасов. Руководство бюро также анонсировало привлечение эксперта в этой области в команду разработки прототипа. Во время пилотного теста бюро проверит, будет ли контролироваться и согласовываться физическая инвентаризация во время передачи информации от человека к человеку. Тест также будет включать в себя возможные области использования технологии блокчейн. Джон Хилл, помощник директора бюро, надеется, что проект раскроет такие возможности.